Ребят, всем привет, меня зовут Арслан, это Хижина Музыканта. Сегодня в чат-рулетке буду исполнять свои авторские песни и посмотрим реакции людей на мое творчество. Привет. Привет, я Мейбл. Привет, я Мейбл, будешь моим женихом? Привет, я Свинка Пеппа, а это мой братик Джордж. Воу, еще знаешь, какие голоса? Два голоса можешь, да? Я не знаю, я больше не пробовала. А, ты хочешь стать озвучницей? Как-то по-другому это называется. Да, я тоже не знаю. Как узнаешь, сообщи мне. Вот, а я песни пою, как ты видишь. Вижу. Сегодня пою свои песни, знаешь. Спеть что-нибудь? Давай. Так. То ли я, то ли ты, то ли в наших сердцах наша музыка звучит, луч не гаснет в глазах, унесенные мечты. С вами мне не по пути, как же мне тебя найти, музыка моей души. Глотаю воздух, вдыхаю пыль, шагаю по обочине, ты рассекаешь дым. Еще вчера все было так просто, так легко, и утопать твою жизнь нам было приятнее всего. Ты изменилась, стало лучше только для меня. Твои глаза горят огнем, ведь впереди мечта. Шаг за шагом пройдем пути, пройдут года, и лишь тогда найдем значение всем твоим словам. А. Да? Да, а не есть у тебя в это? Как это? В альбоме? Да. Карточки музыканта, да? Да, давай напишу тебе, как ты можешь найти. Заходишь, допустим, ВКонтакте, в раздел «Музыка», пишешь «Арслан». «Музыка моей души» называется, вот. Ну, я поняла. Все. Ты видео хоть снимаешь? Ты ютубер? Да, догадливо. Я тебя видела где-то. Я знакомое лицо. Пыталась вспомнить? Да. Это не ты, который по улицам ходит, поет песни? Нет? Да, да, я. Вот я же говорю, видела. Здорово. А где ты, в ТикТоке видела или на Ютубе? В ТикТоке видела. Прикольно. Блин, в последнее время ТикТок вообще не рекомендует мои видосы уличные. Я еще в торговом центре снимал выпуск, еще в Макдональдсе, и они чуть вообще не набрали. Давай, я тебе спою тоже. Давай. Я свою спою, новую. Хорошо? Давай. Так, сейчас, подожди. Вот так. Смотрю тебе вниз, и там вода. Краса умна не по годам. Детка, ты моя зарядка, но обрываешь провода. Слишком близко к губам, я на вписке, я в хлам. Я не знаю, что мне делать, посылаю все чертям. Тик-так, потерял еще процент дефибриллятора разряда, твой пациент. Дай мне себя еще чуть-чуть, ведь я не шучу. Ты заряжаешь меня только будто Пикачу. Без тебя нет пульса, ты заводишь мое тело, как импульс. Не дуйся, пытаюсь подойти, но ты залезаешь до пульса. Ты мой пауэрбэнк, но твои глаза нацелены на мой манибэк. Пух, я твой главный фэн. Ты так горяча, что вокруг тебя тает снег. Смотрю тебе вниз, и там вода. Краса умна не по годам. Детка, ты моя зарядка, но врываешь провода. Ой, как здорово! Спасибо. Блин, у тебя такой приятный тембр голоса вообще. Да? Слушал бы еще дальше. Да. Блин, это очень здорово. Блин, я сначала подумала то, что ты тиктокер. Нет? Почему? Просто в рекомендациях пару раз попадался человек, похожий на тебя, он тоже на гитаре играет. Блин, вот застранцы, а? Снимают там что-то. У тебя тембр очень приятный. О, спасибо. То есть, мне тоже думаешь начать снимать ТикТок, да? Ну, думаю, да. Подожди. Чё? Не влюбляйся. Ну, я Майку читаю. Ну? Блин. Ты знаешь этот трек, что ли? Мне кажется, я его слышала. Ну давай, наиграем, может, узнаешь. Не влюбляйся, я не твой герой.
вот прям именно да? Вот это вот, да. Вот я про это говорю, что у меня есть одна из главных песен. Блин, и... где я не услышала? Блин! Блин, это вообще приятно, что мои песни ты где-то слышала уже. Не ошибусь, если у друга. В телефоне. В телефоне. Да, он на колонке включал. О, даже так. Даже так. Вот ты вот можешь ты сказать, что встретила автора этой песни. Да Тамбов! Понимаешь же, Тамбов начинает слушать твои песни. Да, это приятно. Ребята, все мои треки, которые вы сегодня здесь слышите, можете спокойно найти на любой музыкальной площадке и добавить к себе. После просмотра таких видео у многих наверняка возникает желание научиться играть на гитаре, но на чем же играть? Тут появилась классная возможность от магазина Skiff Music. Они разыгрывают японскую электрогитару. Для участия нужно на сайте до 28 февраля сделать любую покупку на сумму от 1000 рублей, и ваш чек становится автоматически лотерейным билетом. И, кстати, магазин сменил в Москву. В Москве локацию, теперь они базируются на улице Правда 7/9, а в Питере открыли аж новый магазин. Вся информация в описании, участвуйте. Привет. Привет. Чем занимаетесь? Блин, это же... Да просто сидим. Ой, ты играешь? Я его видела, слушай, на YouTube. Чего? Меня видел где-то? Ну, как нет, будто. Нет, да, нет. Да. Нет. Да. Нет. Не, я не снимаю видео. Я песни авторские пишу, я не пою кавер вообще. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую. А сыграй вот. Что-нибудь? Так, ну свою песню спою, ладно? Угу. Такая мощная есть, как ни крути называется. То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвоню по пьяни и не скрою своих чувств. И что же нам с тобой делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл уйти, уже не будет тут. Когда-то болен был тамбоном. Все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет. Назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Я сейчас попробую, что у него есть канал на ютубе. Ты очень хорошо поешь, нам нравится. Спасибо. А этот... Хотите ее найти потом, ну, добавить к себе в плейлист? Да. А где вы музыку слушаете, ВКонтакте или где-то в другом месте? ВКонтакте. Так, ну, если вы так наберете, можно будет найти. Арслан, как ни крути. Откуда вы сами? Мы со Ставрополя. Ага. А ты? Суженых ищете здесь? Да нет. Я из Казани? Оль. Далеко. Ну да. Но не повод, чтобы не встретиться, да? Ну. Привет. Сыграешь? Да. Сыграешь? Что? Я свои песни пишу, хотите послушать? Давай. Конечно, ты что? В каком? Ладно. Повеселее, погрустнее, что спеть? Конечно, повеселее, грустить тебе нужно. Ну ладно. «Когда я счастлив» есть песня у меня. Но кто с тобой я? Это не я. Я просто забыл свой облик и с тобой утону в искушающем сне. Так прекрасно вдвоем находиться в безоблачной вселенной. Позабыв обо всем, закричать я люблю. Просто улыбнись и забудь о словах. Слышишь, сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я такой смешной. Блин.
песня. Круто. Класс, реально. Да? Ты случайно не блогер, не снимаешь никуда, почему лицо знакомое? Ну вот только что тоже говорили, лицо знакомое похоже на актера одного из кухни. Сериал «Кухня» Лёва, знаете? А, блин, реально. Ну чем?